Зачем ты мне это сказала? Вот зачем? Вот зачем ты мне это сказала? Я сейчас буду... Он убирается? Да какого хрена? Все, нажимай. Жду. Упал. Я ошибся шифтом. Щит. А, вот она опять. Нет. Здесь совсем нет тени. Надо постараться быстро преодолеть этот участок. Аюми, ты меня задолбал говорить одни и те же фразы. Потому что они меня бесят. Так, время кончилось. Так, ждем. Время. Берем винтовку. Так. Ну тут все просто, молодые ребята, молодые дамы, я не знаю, кто меня смотрит, мать твою. И давайте начнем. Ну, а план такой, надо сделать вот такую хрень. Ждем. Опа, все, чики-пуки, все, она встает, моя тупая тень встает. Все, она встала, берем, вот так фигачимся. Опа, черт, дурацкий шифт. Он меня бесит, мой дурацкий шифт. Давай, дурацкий шифт, заебал. Дурацкий шифт, ты меня всегда мучаешь. Наконец-то тень. Быстрее, тень. Фух. Еще одна деталь. Ей, бэби. Мы красавчики. Так, молодые люди, кто знает и как выключить дурацкую панельку шифта? Я буду рад вам и буду очень рад, что вы мне помогли в этом дурацком фигне. Так, еще один жук остался. Нет, два еще. Ой, ёлы-палы. Тут еще гигантский жук. Подождем. Вот нахрена тебе эта хрень? Все, умер? А я думаю, буду молиться, он умер. Куда падать? А, я сгорел нахрен. Мои кости. А, ура, я прилетел. Это классно. Меня это как-то беспокоит, да. Моя новая винтовочка. Нет. А. Близко стоял очень. Так. Мой комс. Ну да. Так, туда. Стой. Давай мне жиски. Молодец. А, вот тут эта хрень какая-то. Где эти ворота? Воротики. Где они? Где они встали? Там? А, вижу. Давай. Там еще какие-то лючи стоят. Я не успел. Да, я знаю, я не успел. Но я должен успеть. Все, я должен быть. Эй, тупые жуки, нет, нахрен идите. Нет, солнце. Дурацкое солнце. Нет. Дурацкий солнце. Давай. Мутузим. На, получай. Нет, не того задолбали меня тут кусать. Все. Умерли нахрен. А, солнце.
Нет! О, там еще кто-то дерется. И как мне залезть обратно? Да-да-да, задолбал, тупой жук. Что вы... Какого хрена вы солнца не боитесь? Все, они, их тут очень много, как я вижу. Все, фу. Так, давайте поговорим. Ну, у меня очень мало ХП, и я в сраку могу умереть. Ну, я умер раз пять, я думаю. О, вы видели? Охренеть, жестки были. Сидим, ждем. Время. Все, чики-пуки. Все. Тут эта хрень. Так! Так, и чё? А, и нам надо туда бегать? А, она открылась, всё, надо бежать! Бежать! Надо бежать, как Форест! Так, и закрывать. Где она закроется? И где закрылась? Расскажи мне. Где она закрылась? А, вижу. Ага. Ага. Давай обратно. Эй! Я слава обратно. Обратно. Так. Понял, дай мы в полной жопе. Мы опять в полной жопе и расстраиваться тут нечего, потому что я каждый раз бываю в жопе. Да, бывают такие дни, когда ты в жопе. И чё, мне типа добежать? Я типа не добегу, я думаю. Не, я видно не добегу. Давай попробуем. Так, солнце, нет, солнце. Так, фаталити, нет, солнце. Так, друг мой, помоги мне. Бач! Умер. Так, надо во что-нибудь пострелять его. Так. Все готовы? Да, капитан. Окей, пошли. Да, быстрей. Угу. Так, винтовочка. Так, атаковать. Я Халк Хоган. Я Халк Хоган. Давай, только в обличье бабы. Давай. Эх, Юка, выкуси. Ты что-то не понял? Хедшот! Эй, бэби, хедшот! Вы видели, какой бляха-муха? Хедшот, суки! Так, что это такое? Так, надо быром, как я понимаю... Так, тут у меня нет солнца, сука. Чё ты меня тут пиздишь? Нет тут солнца, чё пиздишь? Так, солнце. Тихонько идем по солнцу. И мы такой солнце. Так. Вот кто придумал ставить этот дурацкий выключатель на... Так, фу. Давай. Блин, сучка, не хочет. А, надо что? А, сейчас сдохну. А, она не может. Так. Как Я не понял, как остановить эту всю хрень. Что ты хочешь сказать, когда эта хрень вот там катится, я должен... О, господи.
Ты хочешь сказать, что я в полной жопе? Давай, 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 давай. Как ты можешь сделать тут какую-то крутую хренотень? Господи, я в жопе. Я в жопе. Попробую все перемотать. Я так думаю, что у меня не получится. Нет, не получится. Я в полной жопе. Че, мне надо обратно бежать и... опять включать этот тупой включатель? А, тут есть другой путь. А я испугался, я думал, это разобродчики хотели меня нагнуть, типа взяли, опа, смотри, какая крутая концовка. О, господи, нет! Нет, сучка. Фу, воняешь. Тут тень есть. Так, тут чё? Окей. Давай, давай, давай. Фу. Что-то я мало стоял. Чики-пуки, мы стоим на кнопке. Та-т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 а. Так, все чики-пуки, все чики-пуки. Нет, не чики-пуки, все не чики-пуки. Заново. Иди. Все. Чекпоинт. О, ура. Я даже обоссался, я думаю, это выключатель нельзя тронуть. Так. Нет, жуки, идите в жопу. Я не буду с вами драться, потому что вы такие гадские, что... О! Я лучше буду с этим гигантским черепом, чем с вами. Ура! Мы нашли этот выключатель. Быстрее, быстрее, быстро, быстро, быстро. Работаем, работаем. Так, куда же? Так, это монстр какой-то. Ок, ура! Кажется, теперь все есть. Пора возвращаться. Теперь ура! Надо скорее выбираться отсюда. Ура! Что-то у тебя рот не двигался, ты видел? Если все получится, портал точно отправит меня куда нужно. А где эта тёлка? Думаю, проблем не возникнет. Где тёлка? Скорее всего, небесные стражи повредили портал в убежище. Здесь у них нет к нему доступа. Я думаю, что они не знают, куда именно он тебя отправил. Я уверена, они считают, что ты уже не вернешься. Эффект неожиданности — это хорошо. Это я люблю. Эй, мы починили этот портал. Жестко, но... Портал готов. Пора отправляться. Так, нет, давай быстро беги в портал. Чё это такое, босс? Упс. Так, подожди, так, гигантский чайф. Так, мне это название как-то не бесит. Так, гигантские существа, живущие в песках, бла-бла-бла-бла-бла-бла, очень опасный противник, о, господи. А, нет. Так вот он, каков источник всех зол. Похоже, это какой-то древний чудовище. Что же мне делать с ним? Извиняй, но я сама никогда не видела ничего подобного. Вот, я разберусь. Давай, фаталити. Так, слабо он делает тень, это хорошо. Просто невыносимый запах. Ну, черепи, Аюми, я терплю запах кофеина. Так. Господи! Ну не должно сколько у нас мотивов так понять. Я не ожидал такой событий.
Помню, магия моя, и пофиг на ней. Я чё... О, фак! Полная жопа. О, полная жопа. Я сейчас буду бегать. О, о, нет, 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 нет! Да чё ты такой противный? Я так думаю, что из винтовки будет... Ой-ё! Вы видели? О, господи! Тупой шифт! Как, и как мне отбегать от него? Я не понимаю. Появили сейчас это... О-о-о, мой напарник пришел. О! Нет, 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 камень, камень, мать твою, камень! Давай, бей его, бей, 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 а я червяков побью. Так, не буду жизнь использовать. А, господи, мать твою! А, на, ну, за ногу. Быстрей, 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 быстрей. Давай, подруга, помогай мне, подруга. Подруга свалила. Тупая подруга. А, господи! Мне нужен тотемчик. О, господи. А, у меня есть хилка. Фул хп. Её, говоря, сильно пукнул. Ой, ёб, тупой камень. Камень, камень, камень. Иди сюда, тот. И сколько я буду убивать? Я буду молиться, я убью его за раз. А, нет, 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 сучка, сучка, сути потрох. Что он делает? А, все, умер? Нет. Два газа, акробата. А! Фу. Фу, фу. О, ёлы-палы, ёлы-палы. Камень, давай, камень. Что он делает этим? Мне надо слезать в него? Да. Да-да-да-да-да-да-да, надо слезать в него. Тупой шифт. Тупой шифт. Эта серия будет называть тупой шифт. Нет! Господи, я не могу, а! Да, блин, мать твою, тупой червь. Ты задолбал меня. И своим камнем, камнем задолбал меня. Я даже не могу уйти от тебя, просто... О, господи. Мама. О, мама. О, мама. Давай, я тебя сломаю полностью. Оп, 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 оп. Ну, найди меня, называется. Он один остался? Да, на один. Так, нужна помощь. Нужна помощь. Подруга. Где ты, подруга? Подруга! Чё? Как я понимаю, можно его убить за раз. Вот просто туда пойти. Так, я из винтовки лучше побью его. Да ты задолбал меня тут кидать, как росомаху. Блин. Ты бы тут супер удар сделал, я не знаю. Я так думаю, наверное, мечами его. Так, где глаз? Огонь! Где моя подруга? Подруга, ты где? Да вы задолбали! Вот ты кривой, я не понимаю, ты кривой какой-то. Давай! Смотрите, как он эпично ушел. Так, тёлка. Ну, дурацкий шифт.
Ты меня задолбал, всю игру меня портишь. Все, залезаем в портал. Небесные острова. Уху! Е! Yeah. Всегда там хотел быть. Небесные острова. Спойм на 100 рублей, нас сейчас закинет не на эти острова, потому что, блин, эти тупые небесные стражи такие умные, что они сейчас, видно, спалили мой сигнал и... Вау, оу. Небесные острова. Здесь все облеплено летающими кораллами. Должно быть, они удерживают все это в воздухе. Потрясающе. Вау. Вау, тёточка, у тебя новый костюм. Вау, ну нет, только не падать. Клёво, смотрите, какой костюм. Обтягивающий. Ебами. Так, ну, мы заканчиваем эту серию. Вам понравилось это видео и обтягивающий костюм, ставьте палец вверх, комментируйте и не забудьте подписаться на мой канал и посмотреть, можно сказать, старые ролики Blade of Time. И все, давайте, всем пока!